Злобная Росомаха, поговорим о рестлинге. Мы возвращаем вам 6 звезд. Ну, точнее, отбираем их у рестлеров. И сегодня хочется вспомнить того, кто эти минус 6 звезд недоперполучил летом. Ну, во время моих каникул. Речь о рестлерше, которая всем своим нахождением в WWE олицетворяет слово «бесполезность». У человека может быть талант, а может его не быть. Человек может быть трудолюбивым, а может не быть. И решающим фактором восприятия человека становится сочетание этих факторов, ну и то, что всему сопутствует. Ладно, хорэ нагонять туману, речь про Найю Джекс. По умолчанию мне плевать, какую музыку слушают рестлеры, чем они увлекаются, за какую команду болеют, кто с кем спит. До той поры, пока на рестлера интересно смотреть на ринге, за его пределами он пусть занимается чем угодно. Ну, почти чем угодно, ладно. Но когда абсолютно ничего из себя не представляющий исполнитель строит из себя звезду соцсетей, становится... Нет, не завидно. Становится как-то зло. Особенно если речь идет о рестлершах. Не, никто не виноват, что революция див началась лишь пару лет назад. Но подумайте, сколько девушек банально не доработали до этой эпохи. Сколько завершили карьеру, или просто постарели, или не понравились кому нужно, так и не получив даже толики внимания, которое уделяется сегодняшним, прости господи, дивам. Тетя Сара и пацанка Порша, толстушка Микки и тощая Дейзи. Перед ними закрыли дверь, которую услужливо распахивали перед бикини-модельками и фитнес-няшками. Сегодня ситуация, конечно, иная. На контракте WWE находится десятка 4 рестлерш разной степени таланта. Есть откровенные пустышки, да. Но кто-то свою некомпетентность на ринге старательно прячет за правильными и корпоративно выдержанными постиками. И тогда можно даже поверить, что из Ив Мари что-то может выйти. А кто-то не делает даже этого, просто уходит в разнос. Убить Шарлотту? Да запросто. Травмировать Бейли? Пожалуйста. А чтоб вы точно не прошли мимо, вот вам фотка с Ланой, ведь мы модели. А вот я тусуюсь с Алексой Близ, ведь мы звезды. А вот я типа на одной волне с клубом. А вот я позирую как щит. А вот я без макияжа. А вот я ужасно смешно поднимаю ноги. И тут приходится признать, ну хочется поднимать, ну ладно, поднимай. Привлекай внимание, ну хотя бы веди себя по-человечески. Но нет, на той неделе выяснилось, что Найя Джекс мало платят. Нет, я бы за фотки без макияжа и поднимание ног не платил бы вообще, потому что Divas Revolution Divas Revolution, а на ринге что-то надо показывать. Хоть что-то. И чтоб после этого никто не уходил на лечение. А деньги? Ну, кто бы что ни говорил, но как только из WWE манят пальчиком, на контракт бегут все. Даже самые апологеты самых инди. Даже те, кто за 4 недели якобы заработал больше, чем за 4 месяца в WWE. Работа у Макмена — это вершина всей карьеры рестлера. Так сложилось. А тот, кто не в состоянии этого оценить, кто хочет больше денег за то, чтобы грузить фоточки в Инстаграм, получает минус 6 звезд от VSPlanet.net. И я прошу Наю только об одном. Пожалуйста, не опозорься еще раз. Хотя бы до следующей недели. Злобная Росомаха, услышимся.